Приветствую, друзья! Как было бы замечательно, если бы сам Зигмунд Фрейд провел бы вам, желающему, психоанализ, процедуру. Или, например, Эриксон провел бы психотерапию. Или, например, Шульц, великий Шульц, обучил бы вас аутогенной тренировке, который жил в 30-е годы. Но их же нет. И каждый год, и каждый век создает новые достижения, а у нас есть сейчас интернет. И поэтому вы можете получить бесплатную помощь, ну, прямо в интернете. Например, у нас есть бесплатный ликбез, где каждый желающий может, записавшись на наш YouTube-канал, открыть главную страницу и посмотреть там плейлист «Бесплатный ликбез», где я, в зуме заходят люди, задают вопросы, я все показываю, и прямо на глазах они снимают стресс, все смотрят, и вы смотрите, и вы можете научиться без моего физического присутствия. Бесплатный ликбез. Если бы это было у Шульца, или у Фрейда, или у Эриксона, как было бы замечательно. Но тогда не было компьютера. А сегодня есть. Поэтому, кто хочет получить бесплатную помощь, пожалуйста, бесплатный ликбез там по 2-3 часа. Открывайте, записывайтесь на YouTube-канал. А еще есть платформа самопомощи на Телеграме. У меня есть канал Телеграм. Там в описании под любым моим роликом вот сейчас вот откройте, там контакты. И там есть Телеграм, канал Телеграм, метод Ключ Хасаилиева. И там рядом платформа для самопомощи. Прям там написано в контактах. Открывайте описание под роликом и заходите, и получайте. Вот же какое счастье. И меня освобождаете от такой зависимости. Почему? Потому что я постоянно, как генератор, как отбойный молоток, каждый час помогаю бесплатно. И заслужил, конечно, народную любовь. И все знают, что я не коммерсант. А теперь у вас есть генератор, потому что сейчас столько много стало больных, столько стало нуждающихся в обучении тому, чтобы снимать стресс. А еще более того, там есть то, чего нигде нет в мире. Как трансформировать стресс, страх, боль в прекрасное состояние и создавать шедевры. Я же учу этому. И не только учу писать картины и писать новеллы, а учу главному, чего учил Станиславский. Как снимать нервно-мышечные зажимы. Оказывается, когда вы научаетесь снимать нервно-мышечные зажимы, вы раскрепощаетесь, и у вас идет свободный поток ассоциаций в русле волнующей задачи, в русле тренда темы. И это вы находите оптимальное решение. Поэтому, друзья, поскольку я продолжаю заниматься бесплатным ликбезом, мне все время звонят и звонят, но я же один, а там вы можете получить бесплатно точно так же, как бы и со мной. Но я же недоступен каждому, у меня миллионы людей, потому что меня знают десятки лет, я 50 лет этим занимаюсь практически. Поэтому берите бесплатный ликбез и пользуйтесь этим. А вот завтра у нас вебинар. Стоит всего лишь 1000 рублей. Эти деньги, которые поддерживают нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus, где мы создаем совместными усилиями такие шикарные вещи, как, например, мы создали формат «Коллективный разум»,
где мы учимся совместно создавать науку человечности, раскрывать человеческие ресурсы и творческие качества и делать не просто картины, а шедевры. Ну, там вы все узнаете, если вы будете подписаны на наши каналы, смотреть наши материалы. У нас есть ролики короткие, а есть вот такие длинные, а есть интересным собеседником, где я беседую. Там много разных плейлистов. Поэтому я вам сейчас говорю о том, что в этот раз я не буду приглашать бесплатно наших почетных участников, потому что у меня нет просто физически времени. Сейчас столько на меня навалилось дел и столько больных. Пощадите меня. А все эти больные и все эти невротики и все эти люди, которые хотят оптимизировать свое состояние, делать из себя атлетов таких вот, или балерин, или лучше летать на самолетах без страха и готовиться к соревнованиям. Ну, пожалуйста, берите бесплатно. Пожалуйста. И мне это очень приятно, потому что я не коммерсант и люблю дарить пользу. Да, еще раз хочу сказать, в этот раз я не буду рассылку делать нашим почетным участникам, потому что они так много трудились, так много помогали нам все эти годы, годы помогали на каждом ликбезе бесплатном, на каждом вебинаре трудились. И они меня хорошо понимают, потому что эти деньги должны пойти на развитие нашей школы, чтобы еще больше и больше и больше и больше людям помочь сегодня. Это вот очень нужно. И у меня есть идея. Я хочу поделиться с этой идеей. Ну, вебинар пройдет завтра. Да, в очередном следующем ролике. Ну, суперская. Ну, увидите. Итак, моим любимым, уважаемым Эриксону, Фрейду и Шульцу, и Станиславскому, и многим-многим авторам, на плечах которых мы стоим. И слава Богу, теперь уже есть у нас интернет, чего у них, к сожалению, не было. Так что пользуйтесь, друзья, этим генератором помощи. До встречи.